Всем привет. Я сижу с фонариком, потому что решил записать видос. Вспомнил об этом только вечером. Весь день чем занимались? Трудно, в общем, объяснить. Всю неделю сынок занимался спортом и учился, и ждал выходных, чтобы хорошенько потренироваться. Counter-Strike. Я выходных особо не ждал, потому что дни недели пролетают, и в принципе для меня особого значения не имеет, какой день недели. У меня постоянно какие-то рандеву, задача по решению бытовых вопросов, там приготовление еды, что еще, отправки писем, ответы на письма, публикации, блог, снять, смонтировать. В общем, как-то время проходит. Постоянно себе говорю о том, что надо побольше заниматься французским языком. Но полноценно на это времени, конечно, не остается. Поэтому такими урывками. То есть находится минутка, чтобы этим заняться. Занимаюсь. Еще сейчас же появилась и возможность, и потребность возобновить занятия спортом, поэтому периодически приходится найти для этого время. Серега. Но я сейчас к выходным. Выходные планировали как-то активно и потренить, и куда-то выехать. Но в пятницу вечером у нас пропало электричество. Соответственно, куда-то выезжать с неработающими телефонами, ну, неинтересно, трудно и бесперспективно. Нужны телефоны, чтобы как минимум сориентироваться на местности. Еще лучше, чтобы что-то поснимать. В итоге в пятницу вечером, когда свет вырубился, мы протянули какое-то время на остатках электричества в телефонах. Дозвонились в службу технической поддержки. Нам сказали, ждите. Вся суббота. Я уже запутался в днях. Сегодня воскресенье, в субботу. Суббота как-то прошла. А, сын вчера ездил на тренировку. У него там был... Как это называется? Тестирование по... Я вам рассказывал в предыдущих видосах. По этому, по концепту. Я, соответственно, готовил, ждал, выходил в магазин. Кое-каких продуктов докупил. Потом вечером мы все еще надеялись, что будет электричество, и вот наши телефоны окончательно сдохли. Потом мы искали возможность у кого подзарядить пауэрбанк, маленько зарядили пауэрбанк. Маленечко вышли в сеть и на ночь отдали пауэрбанк на зарядку Маше с Марком. С утра все еще ждали и надеялись, что будет электричество, электричества опять не было. И вот чтобы вы понимали, что без электричества вообще никуда. Бедные люди, которые сейчас страдают в Украине от войны. У нас-то комфорт не нарушается. Нарушается лишь планирование и решение каких-то таких задач, которые не связаны с комфортом жизни. Хотя вот холодильник разморожен, продукты за окном в пакете висят. А ведь у людей еще и не хватает... Не только базовых каких-то человеческих комфортных условий. Это же еще режим выживания, бомбежки. Кошмар. Но я обещал на этом канале без политики, поэтому дальше по существу. В общем, все выходные прошли в ожидании того, что дадут электричество. Попытка где-то подзарядиться в чужих розетках. Подзарядить пауэрбанк, чтобы не сидеть с телефонами у этих розеток. Уборка, спорт какой-то, какой доступен тут в условиях комнаты, где-то там поджиматься, поприседать. И вот сейчас как раз я чего взялся-то, думаю хоть объяснить, что в принципе помаленьку языком заниматься удается. Вот я сейчас как раз, пока есть зарядка на телефоне и заряженный относительно пауэрбанк.
а сын раздает интернет, потому что у меня мой интернет подзакончился. 25 или 26 у нас новый пакет обновится. Я сейчас такой остатки дотягиваю. Надо всяких видосов, конечно, подснять. В общем, у меня опять накопилось какой-то рутины такой мелкой, которую надо порешать. Надо навести порядок в голове, развешать бумажек с этими задачами. Синопсис хоррора на французском и английском отправлен всем. Надо проследить, кому еще можно отправить. Синопсис комедии на французском получен от нашей подруги Любы, которая со своим другом его перевела. На английском жду от Анны. И буду рассылать синопсис комедии на французском и английском. А еще мой друг из России, Игорь, попросил помочь найти ему. Он купил квадроцикл и обнаружил, что в левой ступице неисправен какой-то электромагнит. Вот попросил найти в Европе или в Америке эту ступицу с электромагнитом. У них-то там вообще нету жира. Вот этим занимаюсь еще. У них-то вообще жира нет. Вы представляете, если вы все обратно... В общем, так. Какой кошмарный. Какой кошмарный. Ждем электричество. Сегодня опять звонили в службу этой технической поддержки. Они кормят завтраками. Ну, мы понимаем, что это уже не первый раз, это второй раз. Первый раз, когда мы болели в декабре, у нас отключалось электричество. Главное, во всем здании есть. На нашем этаже есть, но в нашей секции нет. То есть это 5 комнат без электричества. Я автоматы смотрел, там все в порядке. То есть это значит где-то в другом месте. Вот, ну, в прошлый раз вот выходные прошли, в понедельник свет дали. Надеюсь, что завтра так же случится. Вот. В общем, выходные в топку. Никакой пользы. Ну так, маленько спорта, маленько чего? Да ничего. Какой-то бардак. Блок нормально не повести, не поснимать, потому что электричества постоянно нет. Трансляции не провести, потому что света нет. Поэтому, соответственно, никаких новостей. Вот это я так, чтобы не потеряться, вам рассказал, что происходит. Следующую неделю расписано там уже по встречам. Ну, там по порядку уже буду что-то снимать, рассказывать. Всем пока. Такое вот было включение.